Сейчас я буду ввязывать кольцо в верхний край сумочки. Держим колечко, просовываем в петельку и из кольца вытаскиваем ниточку, провязываем. Дальше следующее под кольцо, вот так вот, и через кольцо же вытаскиваем следующий под кольцо, а через кольцо вытаскиваем ниточку. Дальше мы переходим к обычному своему ряду. Раз, два. Так, вот кольцо получилось ввязано. Конечно, этот чехольчик не под этот телефон. Настоящим хозяином я сейчас снимаю. Ну, для примера положила свой старенький телефончик. Ниток у меня хватило тут впритык, поэтому ремешок можно было сделать подлиннее. И насчет застежки там тоже много чего придумать. Ну, во всяком случае, вот такой чехольчик получился. Вот.